В конце текущей недели издание The Washington Post выпустило материал с эксклюзивной информацией от своего источника о том, что глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь поручил своим коллегам придумать, как помочь России финансово, не нарушая при этом режима санкций. Россия для Китая является достаточно важным партнером и важным элементом в сдерживании Соединенных Штатов Америки. И особенно в военной сфере, да, потому что экономически Китай сам по себе достаточно силен. А вот в военной сфере союз как раз с Россией, военный союз, да, он для Китая является очень важным. Отношения России и Китайской Народной Республики сложились в результате череды исторических событий. Благодаря поддержке СССР КНР оформилась как государство. Во второй половине 20 века коммунистические партии Китая и Советского Союза плотно сотрудничали. И хотя эти отношения временами охладевали, между двумя государствами образовалась тесная связь. Вот если анализировать текущую ситуацию, то, конечно, для Запада факт сближения России и Китайской Народной Республики очень болезненный. Вот, совершенно понятно, что Запад этого сближения совершенно не хочет и будет любыми путями этому препятствовать. Потому что совершенно очевидно, что если произойдет тесное, так сказать, единение России и Китая, то это будет очень мощный противовес всей западной системе. На данный момент никаких официальных подтверждений информации о том, что Китай попытается обойти санкции Евросоюза, нет. Однако эксперты отмечают, что это вполне вероятный сценарий, поскольку КНР и Россия – давние политические партнеры. В 2001 году странами даже был заключен договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве сроком 20 лет. Эксперты подчеркивают, с точки зрения дипломатии, это наивысшая характеристика близости двух государств. Маргарита Михайлова, Универньюз.